Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Зератул, и с вами пятая часть прохождения игры под названием Spiritfarer. Нажимаем кнопочку «Продолжить» и отправляемся в наше путешествие. В прошлой серии мы построили текстильню, в этой серии, быть может, мы апгрейдим корабль. Насколько я помню, улучшение его стоит 2000 бликов, у нас есть одна бижутерия, которую можно продать Франциску. Вроде бы так звали ту луковичку. Вот, давайте, значит, смотреть, что у нас в итоге есть реально. Что мы можем построить еще? Мы тогда построили только ткацкий станок. А для плавильни у нас нет угля и досок. А нужно, получается, нам сделать лесопилку, чтобы делать доски. А чтобы сделать лесопилку, нам как раз нужны льняные нити. Пошли смотреть, как они делаются, это во-первых. А во-вторых, у нас сейчас что? Раннее утро. Раннее утро с дождичком. Поэтому давай всех разбудим, чтобы они все такие, хоп, вышли. Ты куда? Я с тобой поговорить хотел, подожди. Ты куда? А, она сразу работать, что ли, идет? Давай смотреть. Этот ткацкий станок выглядит прекрасно. Не бойся. Он в отличном состоянии. Давай покажу тебе, как он работает. Кладешь волокно внутрь, а затем вращаешь. Главное попасть в цель. И она прям вон что-то делает. А если попадешь в булавку, получится немного больше. В смысле, главное попасть в цель? Вот в эту штучку, что ли? Видишь? Ничего сложного, верно? Теперь ты попробуй. Вот, возьми это волокно. Льняное волокно. Новое задание, базовое движение. О, льняное волокно, ну давай, сколько тут? А сколько максимум? Максимум тут, видимо, нет максимума. Выберите предмет, чтобы узнать о нем больше. Ну, у нас уже был... Ну и что? Нажимаю «Ре». Ткань. А дальше что делать? Хорошая работа. А-а-а! Ну, такая мини-игра, короче. Смотри, то есть я нажимаю «Е», и у меня стрелочка такая двигается-двигается. И вот мне нужно вот здесь, смотри, сейчас покажу. Вот здесь остановиться, и тогда у меня будет больше льняного волокна или чего там, нити, да, мы делаем. Так это же отлично тогда. Погоди, а сама ты это делать не будешь? Ты же вроде бы говорила, что ты это делаешь. Немножко я не понял здесь тогда. Ну, мы сейчас наделаем этих ниток просто... Ой, промазал, да? Понял. Давай, 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 делаем, делаем, делаем. Нам нужны нитки для лесопилки. А, котику нормально, он там, вон, играется. Под станочком, видно, вон, выглядывает. Так, ну сколько можно-то? Все, закончилось, ура. Так, хорошая работа. Видишь, ничего сложного. Механизм сам делает всю работу. Тебе лишь нужно поймать его мелодию, поэтому это так успокаивает. Ритм, звуки, ощущения... Полное блаженство. Думаю, я и сама с ним поработаю, когда он будет тебе не нужен. Ага, то есть она все-таки будет нам помогать. О материалах не беспокойся, я что-нибудь придумаю. И ты теперь счастлива из-за того, что у нас есть текстильня, да? Да и догадаюсь. Доброе утро, росток. Так, подожди, доброе утро. Утро-то доброе, только нам надо вот еще морковь подергать. Так, плюс 3. И еще плюс 3. Это что у нас? Редиска. Тянем-потянем, а вытянуть не можем. Давай теперь засадим. А нечего? Серьезно? У меня закончились семена. Вот это у нас давненько не было. Ну, сейчас мы со всеми побеседуем. Подожди. А, надо еще покормить, кстати, было Гвен. А то я давно не кормил. А вот у нас, кстати, и получается льняное волокно появилось. А можно как-нибудь его отдать Гвен, чтобы она сама делала все? Так, давай кофе делать. Кофе у нас мало. Вот, кофе засадили, дождик идет. Это значит, что нам не нужно будет поливать. Это первое. Второе. С тобой, давай, значит, мы тебе дадим рыбы. Это еще что? Что-нибудь другое, пожалуйста. В смысле? Ты же ел рыбу. Или ты не хочешь тоже однообразие? Давай овощи на гриле. О,
Как же я люблю еду, давай еще. И реально что-то захомячил, никогда не наемся. Молодец. На тебе обнимашки, доза обнимашек. Куда же без этого? Разве это было не прекрасно, любимая племяшка? Так. Ну, в общем, он у нас счастливый. Теперь давай с нашей вот этой курящей дамой поговорим. Я бы не отказался есть что-нибудь вкусное. Да ты-то понятно. Рыбу будешь? Одно и то же не едят. Какие привереды. Ну, давай тебе овощи на гриль. Спасибо, мне понравилось. Обниматься будем? Будем. На тебе прям. Полная доза счастья. Дом построил ей. Текстильню сделал. Но ты должна сейчас просто на седьмом небе быть. Так так и есть. Покупает волокно. Покупает нити. Использует станок. Добывает волокно. Насколько же она счастливая. Вот это я понимаю уровень счастья. Давай выходим отсюда. Значится. Вот какой момент. Мы ниток наделали, а это означает лишь одно. Это означает, что нам нужно со змеей поговорить. Стелла, у меня в животе урчит. Нет ли у тебя чего-нибудь перекусить? Да, конечно, есть. Так, а ты у нас веган, да? Веган. Смотри, фрукты пашот будешь? Ой, милая, ты нашла мое самое слабое место. Я не могу отказаться от десерта. Вот ты моя-то, кто ж от него откажется? Восхитительное сахарное совершенство. Большое спасибо. Знаете, еще дозу обнимашек. Не сейчас, в смысле не сейчас. Ну ты, конечно, вообще. Ну все, ты, получается, счастлива. Любит десерт, не любит то, что не для веганов. Ну все, с тобой мы разобрались. Все накормлены, все напоены, все обняты. Пошли наверх. Пошли наверх. А, нам нужно сейчас что сделать? Нам нужно сейчас посмотреть. Вот, лесопилку. А-ха-ха. И тут возникает один небольшой нюанс, друзья. Видимо, наше время пришло к концу на этой маленькой посудинке, и нам наступает время, когда мы должны как-то апгрейнуть ее. Что у меня есть с собой? Бутылка с бликами. А как ее открыть? 250 бликов. А что, так можно было? У меня есть кольцо. А, смотри, у меня на 1000 есть бижутерии, да? На 1000 есть бижутерия, пустые ракушки, но это не так интересно. А это мы ничего не продаем. Пошли тогда, знаешь, что-ка мы сделаем? Раз у меня есть на 1000 бижутерии, отправимся-ка мы к Альберту. Так, где тут у нас Альберт? Альберт, ты мне нужен. А пока мы плывем, нам нужно половить рыбу, потому что нам нужно для луковички насобирать какой-то крутой рыбы. Я помню, там язык, кальмар и треска, по-моему, нам нужна. Вот заодно и половим это все дело. Так, я забыл, как тут, ну, вот на Е. Почему-то я все время забываю, хотя... А, бутылка, слушай. Послание в бутылке? Как это? Слушай, такого мы еще не видали. Что значит послание в бутылке? Открыть. Дровосек без топора остался. Причитает, рыдает навзрыд. Старых деревьев стволы невредимы. Смеются они, состаримся живыми. И еще раз. Это стихи того самого духа, которого мы встретили на острове. Дровосек без топора остался. Прочитает... Ой, подожди. Стихи подождут. Там вон вещи какие-то полезные встретились, кажись. Спрыгиваем. Подожди, подожди. Добываем. Семена, кстати, нашли. Сейчас займемся семенами. Еще займемся ракушками. Так, а это все, что здесь было? Или... А у нас такого раньше не было. Слушай, раньше, чтобы получить какие-то сундуки с лутом, нужно было в определенные места плыть. А тут рандомно они, что ли, сгенерились? Интересно. А еще будут? Или только один и все? Ну или, может быть, что-нибудь блестящее, какое-нибудь... Колечко или так далее. А ты куда попрыгал? Ты видал, как он забирается? Ему вообще эти лестницы вообще не нужны. Он пошел такой себе и нормально. Так, а ты чего тут радуешься? Недавно обняли. Приятно было посмотреть на ловкость Атула. Серьезно? Ей понравилось, как он запрыгивает. Прикинь. Ладно. Садимся, короче. В общем, больше, видимо, там не будет ничего. Садимся рыбачить, нам нужна рыбка. Нам нужна рыбка для того, чтобы выполнить поручение, за которое дают блики и полезные ресурсики. Собираем.
А, погоди, еще послание в бутылке. Ну, давай, короче, читать. Первое это... Ой, со мной кто-то хочет поговорить. Давай с первым. Ода топору. Дровосек без топора остался. Причитает, рыдает навзрыд. Старых деревьев стволы невредимы. Смеются они, состаримся живыми. Что-то здесь рифмы нет, я так скажу. Еще. Брошюры туров по Фурагаве. Фурагава шлет вам привет. Полюбуйтесь удивительными чудесами великого дубового леса и погрузитесь безмятежностью рисовых полей. Доступны сейчас на полях Гурену. Или Гурену. А как, типа, заюзать? Ну, у нас, видимо, открылась какая-то новая локация. Так, подожди. Там кто-то хочет что-то мне сказать. Ты только что выловила бутылку из моря. Это не мусор, там может быть что угодно. Маленький корабль, старинное вино, крабик. Да-да, даже мусор. Скорее открой ее. Открыли уже. Получили в сомелье достижение. Ладно. Стелла, я должна рассказать тебе об этом. Я тут наткнулась на одну штуку, и до сегодняшнего дня она казалась мне не такой уж и важной. Готова к чудесам? Помнишь, у моих родителей было поместье на озере? Это прозвучит странно, но оно тут совсем рядом. Да, я знаю, в интересном мире мы оказались. Признаюсь, я всеми силами старалась не думать об этом месте. Но мне все труднее его избегать. Твое присутствие предало мне сил. Думаю, я готова к этому испытанию. Я не думаю, что найду там что-нибудь, кроме сожаления и скорби. Но стоит попытаться. Я добавила это место на карту. Отправляйся туда, когда будешь готова. Вилла Маджоре. Или Маджоре. Или Маджори. Ну, в общем, еще одна точка на карте. Хватит играть с йо-йошкой, у нас тут огород не засажен. Давай-ка сажать. У нас есть морковь. И еще есть морковь. И можно даже полить. А у меня нет чего-то еще третьего? Да? Ай, опять кто-то со мной. Как они... Как на них нужно много внимания. Подожди. Все, у меня ничего больше нет. Ну, пусть будет только морковь тогда. Так, кто хочет со мной поговорить? Можно тебя на пару слов? Не знаю, заметила ты или нет, но я последнее время очень устаю. Вынуждена признать, что это начинает подтачивать мой боевой дух. Ну, конечно, веганом-то быть. Не хочу показаться неблагодарной, но гостевой дом, каким бы чудесным он ни был, кажется, не очень мне подходит. В нем слишком шумно и тесно, мне очень неудобно тебя просить об этом. Но не могла бы ты как-нибудь устроить мне мой собственный уголок на корабле? Я уверен, что мое самочувствие сразу бы улучшилось, и мы могли бы продолжить занятия. Я не прошу ничего особенного, всего лишь место для сна и медитации, и, может быть, немного живой зелени. Ой, я была бы счастлива, если бы там были природные камни. Да, это было бы замечательно. Еще раз благодарю тебя, Стелла, от всего сердца. Ну вот и еще домик изучили. Подожди, с домиком давай польем тут все. Польем раз. Польем два. Польем три. И мне в комментариях под прошлыми видео писали, что если я буду играть на гитаре по центру своего огорода, то расти будет вся трава. Давай проверим. Ну, не трава, а росточки все наши. Давай. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. А слушай, а что-то похоже на правду. То есть там, где я ближе стою, там, смотрите, по центру уже прям выросло. По центру уже прям выросло. По бокам ничего не меняется. А что-то по бокам вообще не растет, слушай. А если... А, нет, вот растет, слушай. Но это только справа, а слева когда будет расти? Справа выросла. То есть здесь я понял. Короче, смотрите. Здесь, похоже, есть какая-то общее какое-то есть число. Ну, заполненности шкалы роста. И когда я играю на гитаре, сначала заполняется максимально ближняя ко мне грядка, а потом заполняются боковые. То есть, по сути, я должен стоять по центру. Вот, и я вырастил все три грядки. Удобно.
Ну, то есть получается, да, получается, нужно стоять по центру, когда играешь на гитаре. Хотя, ну не знаю, короче, в общем, стоишь по центру и в ус не дуешь. Давай что-нибудь посадим. Давай опять кофе посадим. Кофе вещь полезная, тем более его Гвен любит. Вот, и давай сажать, получается, кукурузы, потому что нам нужны будут еще овощи, чтобы делать овощи на гриле, чтобы что-то, в общем, с этими овощами делать. Наступила ночь, я так понимаю, мы не доплыли, да? Или мы доплыли до нужного нам места? Давай-ка мы спустимся и проверим. Вот. Было бы неплохо с Альбертом поговорить. А подожди, так а я бижутерию-то не продал? Стопы! Ну хотя бы сейчас узнаем, сколько стоит апгрейд. Давай, значит, улучшай. Нужно нам что? Во-первых, ремесленник. Сад, овчарня, мельница. С этим погоди. И еще очень правильно заметили люди, что почтовый ящик я не могу поставить, пока не наберу ресурсы, которые внизу. Я-то думал, что его можно купить, а потом уже из ресурсов этих делать. Но оказывается, мне эти ресурсы нужны вместе с этими бликами. То есть, короче говоря, пока я не наберу нужное количество ресов и бликов, я не получу почтовый ящик. Так что пока что с почтовым ящиком мы сворачиваемся. А вот это мне очень важно. А, так погоди, я прямо сейчас могу. 1200, так давай. Ты сколько? 4000. А-а-а, 4. 4 это не 2, 4 это даже не 3, 4 это 4. Так, ты что-нибудь хочешь сказать, кстати, мне? Славный огород, тук-тук-тук-тук. Кто там? Капуста. Капуста? Как пусто тут было без меня, но я пришел. А, такой юморочек. Понятно, юморишь, да? А еще что скажешь? Приятно снова видеть тебя на моей верфи, Стелла. Что тебе нужно? Понятно. У тебя, в общем, одна шуточка за квест. Я понял. Ладно. Возвращаемся на корабль. В темноте плыть невозможно. Подожди, тут с темнотой. У меня вроде как корабль расширился. Ну-ка, давай-ка. Да, корабль расширился, и это прекрасно. Значится, что мы делаем? Я бы поменял вот какую вещь. Вот этот домик вниз. Хотя кухню хочется... Давай вот так. А кухня меньше. Подожди, короче. Давай вот так. Гостевой дом. Домик Гвен. Ой, да, все правильно. Домик Гвен. Ну и чё? А куда кухню девать? Допустим, я здесь все равно мало места. Ну, вернее, не то чтобы не мало, но немножко несимметричное получается все. Хотя если мы сделаем вот так, оно уберется? Нет, то есть не уставится. А если мы... Смотри, что сейчас сделаем. Сейчас объясню, короче. Тетрис начался какой-то. Во! Огород делаем вот так. Далее, это у нас что, гостевой дом. В нем у нас особо никто пока не тусуется, кроме змеи. Но змею мы пересадим скоро. Пересадим, я так говорю, как-то странно. Так, и где можно поставить? Тебя можно поставить вот здесь, здесь. Погоди, а что у меня вот этот дом пониже? Сделайся. Вот, а теперь давай с кухней разберемся, короче. Что по кухне? Где она у нас будет стоять? Она может стоять здесь, может стоять вот здесь. Пусть будет типа вот так. Это первое. Второе. Тут что-нибудь появилось? А что значит улучшить? Что за кнопку улучшить? Режим улучшения. Необходимый материал. Подожди. А в смысле улучшить? Это я что улучшаю? А? Улучшить гирлянда огоньков. Огнецвет. Мы можем что-то еще добавлять. 350 бликов. Ага. Забавно. Подожди, то есть... А, ты понял, чё? Вон оно как. Слушай. Но у меня нет льняной ткани, кленовой доски. Но зато есть... Кленовое бревно. Ну, давай сделаем. Сколько нужно на стенное? Хотя нет, нужно 120 бликов, слушай.
Блики тратить. Я понял. Короче, я понял. Мы можем улучшать их домики. И теперь меня волнует вот еще какой вопрос. У меня что-то добавилось. Ага, нужен известняк и дубовая доска для того, чтобы сделать святилище. Ни то, ни другое у меня не хватает, да? Так, а для плавильни... Так, для лесопилки. Лесопилку мы сделали, я уже забыл, или нет? Подожди, лесопилку мы не сделали, верно? Ух, так, реально, тетрис какой-то сейчас начинается уже. Если я сделаю вот так... А так она не убирается, да? А, убирается! Тогда смотри. Но там все равно как-то кривовастенько. Короче, пусть пока стоит вот так кухня. Наверху пусть будет, я не знаю, лесопилка. Разберемся позже, как это более красиво поставить. Я бы как сделал? Я бы сделал все нужные вот здания по типу текстильной лесопилки снизу, а сверху бы сделал огород, потому что в него мы залезаем там пару раз, и все как бы. А сейчас у меня получается, хотя с другой стороны ПКД же сажаю. Ну ладно, давай, короче, смотреть, что мы в итоге сделали. Вот это что такое? Это у нас лесопилка. В ней мы что делать будем? Видимо, мы в ней будем что-либо делать, только когда настанет утро, потому что утром мы... Слушай, неудобно лазить в лесопилку. Давай-ка мы поменяем местами. Утром, потому что до утра... Атул спит, а Атул у нас вот там дровосек или кто-то в этом роде. Слушай, давай, короче, вот что делать. А если вот так, кстати, сделать? Слушай. Так, подожди. Сейчас пока подвинем временно, временно подвинем. До меня тут дошла одна мысль. Смотри. А, нет, слушай, не очень идеально. Ну да ладно. А, допустим... Ну, можно сделать вот так как-то, да? Гостевой дом сюда. Это вот так, это вот так. И давай гостевой дом поменяем местами с... огородами и прочей вот этой темой. Ну, короче, выглядит, конечно, стрёмненько, будем откровенны. Что-то несимметрично, не очень красиво. Но как есть, как есть. Чтобы было удобно именно что ходить вот и делать все, а то временами не очень удобно. Поэтому давай, короче, сейчас сюда вот здесь вот сходим, все польем. Может быть, кстати, я там находил семена? Не находил. Показалось, Штирлицу. Наверх идем. Наверху все поливаем. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Назад. Поливаем. И вот здесь поливаем. Главное, дождик только был. Нет бы, полили мне сразу все грядки. Нет бы, вот еще бы дали какого-нибудь духа, который бы этим всем сам бы занимался. Так, тут мы, получается, спрыгиваем. Тут немножко кривовастенько, но нормально, я так подозреваю. Так, и в итоге-то, а как на кухню попадать? А на кухне только вот так, что ли? Что-то мне не нравится. Давай кухню передвинем, слушай, вот сюда. Вот в это пустое место. Давай. Давай займемся этим фактом. Реально, что-то немножко неудобненько. Ну, так. Хотя, подожди, я мог вот это двигать. Нужно ли мне текстильню будет прям вот часто? Погоди, я что-то ничего не понимаю. Вот так, да? Вот. А пока что криво стоит, я согласен. Но поменяем. Потом сейчас сделали, чтобы просто было удобно. Чтобы здесь, например, лесопилка, она занимает максимально много места. Хотя вот, кстати... А можно ли под лесопилку впихнуть кухню? Вопрос. Ну, короче, потом разберемся. Сейчас заходим в кухню, делаем еду.
делаем еду. А что у меня еще есть? У меня есть куча кофе, давай заварим кучу кофе. Я бы сделал еще одну, на самом деле, кухню уже, потому что этой мало явно. Ой, а уже наступил день, а я никого не разбудил, кстати говоря. И не поспал еще до кучи. Ладно, всех будем. Значится. Есть хочешь? Не голодна. Молодец. Обнять хочешь? Хочешь. Все хотят обнимашек. Так, все, настроение у тебя поднялось. Так, подожди, малыш, тут с тобой еще. Доброе утро, Стелл. Так, давай тебя кормить. Че тебе, кофе хочешь? Хороший кофе, естественно. Выпила. Обнимашки хочешь? Не хочешь. Вредина. Настроение перфекту. Ты счастлива. Тут, кстати, забираем кофе. Я говорю, кофе забираем. А чаечек пьем. Все по фэншую у нас. Вот, выходим. Спускаемся. С тобой беседуем. Выглядит замечательно. Ой, в смысле, выглядит замечательно. Спасибо за помощь, Стелла. Эта лесопилка просто огромная. Какая красота. Осталась одна проблема. Только не сердись. У меня нет денег, чтобы тебе отплатить. Но для таких случаев есть слово одолжение. Хорошо, я выкрутился, да? Слушайте, это точно мое тотемное животное. Вот реально. Еще раз спасибо, Росток. Короче, все, я понял. Как тебя зовут еще раз? Атул, да, ведь тебя зовут? И ты хочешь есть. Вот, это персонаж, который любит есть, который выкручивается и который, как это, просит одолжение. Все, это мое тотемное животное теперь. Как же я люблю еду. Никогда не наемся. Ам-ням-ням-ням-ням. Давай еще обнимемся. В смысле, ты не в настроении? Ты же мое тотемное животное, я всегда в настроении. А у него почти максимальное. Недавно обняли. Все, я понял. Значится, а ты учить меня будешь? Нитки. У меня тут есть нити. Я собиралась откать из них ткани и отдать тебе, но можешь забрать сейчас, если хочешь заняться этим сама. Заберешь нити? Нет. Хорошо, я оставлю себе на ткачество. Молодец. А давай еще, кстати, разберемся за ткачество. А я могу... То есть я могу только здесь волокно делать, а где я саму ткань делаю? Пучок необработанных стеблей льна можно соткать в льняную нить на тканом станке. Подожди, а где я типа делаю саму ткань? Ну вот прям вот такую ткань. Ну ладно, а ты, малыш, будешь меня учить чему-нибудь, а? Не хочешь поучить меня? А это что такое? А, или здесь все максимально просто, вы хотите сказать? Кленовое бревно. И оно само все делается, то есть. И мне даже ничего делать не нужно. Опилки. Ты все делаешь не так. Так объясни. Давай помогу. Когда разрезаешь бревна, сперва убедись, что все измерения точны, и только потом режь. Отмерь дважды и режь. Тебе нужно удержать пилу на линии разреза. Если будешь отвлекаться, потеряешь мизинец или руку. Позитивный персонаж. Или еще что похуже. И удар старым молотком на удачу. Попробуй, пройдоха. Дважды отмерь, один раз отрежь. Кленовое бревно X5. Хорошо, что я все не заложил. И в итоге-то что я делаю? То есть я просто кладу, как бы. А, еще одна мини-игра. А, она сложнее! Подожди. Отличная работа. Теперь ты можешь срезать дерево, как настоящий мастер. Да, там опилки получить, ну да ладно. Только будь осторожна с этой лесопилкой. Острые пилы — это не игрушки. Даже если у тебя есть древесина, это не повод отрезать себе руку. Так, короче, я понял вот что. Это отнюдь непростая на самом деле. Мини-игра. Реально, она так быстро двигается. Короче, сложно, слушай. Доски делать нелегко. Вообще нелегко. А зачем они нам нужны были, я уж забыл.
Росток, ты отлично справляешься на лесопилке, одобряю. Выполняешь работу, учишься новому. Теперь, когда у тебя появились материалы, может, построишь мне дом? Сейчас я быстренько начеркаю эскиз. Смотри, тут ничего особенного. Все довольно просто. Парочка петель здесь, несколько гвоздей тут. О, у тебя есть материалы, чтобы построить мне симпатичный домик? Я ведь не только ради себя прошу. Оказывается, я храплю и очень громко, если послушать твою подругу Гвен. Да, соседушка из тебя, видимо, не самый лучший. Так, ну а для твоего домика что нужно? 30 кленовых досок. Ну да, ну да. А для нее нужен был известняк и дубовые доски. Понимаю. А как ты знаешь, я иногда хочу есть, с этим ничего не поделаешь. Иногда меня пробивает на очень конкретную еду. Твоя тетушка Вив называла это животик с лазерным прицелом. Не пойми меня неправильно, я все равно съем все, что ты мне дашь. Просто мне хочешь, чтобы ты мне немного постаралась в этот раз. Я тебе скажу, когда мне захочется чего-то такого эдакого. Надеюсь, не попрошу ничего слишком экзотичного. С этим аппетитом никогда не знаешь. Предупреждаю тебя заранее, Росток. О, начинаются деньки, я так думаю. Не самые легкие. Во-первых, меня просят сделать кучу домиков, а на них у меня просто нет ресов. Во-вторых, тут надо все поливать, со всеми надо говорить. Слушайте, это прям мощно. Что-то квестов все больше и больше, я бы сказал. Так. Вот. Итак, давай выползаем. Что нам нужно дальше делать? Так, с нитками потом разберемся. Еще нужно их дома украшать ведь. В итоге, что мне нужно? Мне нужно... Да я не знаю, что мне нужно. Тут вот, а это что такое? Поля Гурину. Вилла Маджоре. Так, на виллу нас Гвен тащила. А я буду откровенен, заехал бы сначала бы к Фрэнсису. Вот. И нам бы порыбачить бы. Чего-нибудь того, гляди, может быть, и наловим. Путного. Нам нужна треска, острый язык и кальмар. Давай хоть чего-нибудь из этого попытаемся поймать. Вот похоже на то, что сейчас что-то, возможно, полезное. Давай, чини. Так, красненькая. Чини. Ой. Давай. Хоть бы это был какой-нибудь кальмар, не знаю. Треска. Отлично. А, подожди, а мне нужна была не треска же вроде. Или треска нужна. Ну, короче, ловим еще все равно. В любом случае, ловим. Вот, может быть, прям тут, прям сейчас, прям здесь и наловим. Мы уже, я так понимаю, доплыли до нужного места, но тем не менее. Так, судя по тому, что я тяну быстро, это просто, да, какой-то хлам. Хотя бутылки нет, бутылки нужны, в них мы собираем молнии. Они нам еще пригодятся наверняка, я думаю. Ну а стоя, я так понимаю, мы не ловим, да, ничего полезного? А, нет, слушай, вон, смотри, что-то полезное. Ну-ка, давай-ка. То есть здесь чистый рандом, то есть даже стоя можно что-то поймать. Хорошо, меня это радует. Меня это радует. Тогда сейчас будем пытаться что-то ловить. Давай. Морской язык! Как раз. И теперь давай еще кальмара выловим. Кальмар нам нужен. Выловим кальмара, и на этом можно выполнить поручение, за которое дают много бликов. А блики нам нужны для того, чтобы апгрейдить корабль. А корабль нужно апгрейдить для того, чтобы построить плавильню. А плавильня нужна... Ну, в общем, ты понял, да? И еще нам нужно 3 дома куда-то упихать, или сколько там, 2 дома, да? Для змеи и для нашей лягухи. 2 вроде дома получается. Ну где 2, там и 3. Слушай, а мы реально все ведь вроде выловили, что ему нужно было. Ну-ка давай-ка подожди-ка спустимся к нашему Франциску Эль Лук. Так,
Поручение. Вот. Нерку нужно было. Не треску, а нерку именно. Пошли ловить. А поговорить хочешь? А ты говоришь одно и то же, да? Понимаю. Купить у тебя нечего. Разве что какие-то таинственные семечки. Продать. Давай продаем тебе вот это. Все остальное, в принципе, оставим. Это все тоже оставим. Ну, в принципе, можно даже на рыбе немножечко себе бликов поднять. Вот. А купить я у него что могу, кстати говоря? А я могу ему опилки продать? Вряд ли мне опилки пригодятся. Так и если и пригодятся, я их наделаю. По 10 бликов, слушай. Ну и немножко подзаработали. Молния в бутылке за 60. А забыл, что хотел посмотреть. А что-то хотел посмотреть. А, кстати, можно у него купить эти самые опилки. Мои же причем. Подожди. Что-то я хотел ведь у него... То ли купить, то ли продать. Забыл, короче, что хотел. Ну и потом, значит, и вспомним. Не сильно что-то важное, видимо, было. Так, спускаемся. Нам нужно поймать еще одну нерку. Давай, значит, ловим. Ловим, ловим, ловим. Так. Что-то полезное? Нет, что-то не очень полезное. Просто сельдь. Тогда давай дальше рыбачить. Надо поймать и выполнить поручение. Нам нужно 4000 бликов. Много нужно, очень много бликов нужно. Но мы, наверное, сейчас еще сплаваем за ними куда-нибудь, чтобы в следующей серии апгрейдить кораблик. Миска! 600 бликов халявные. Отлично. 600 бликов, это мне нравится. Давай еще одну миску, слушай. Ай! Проглядел. Не умеет ваш стример рыбачить, но... Такого, как говорится, с собой на необитаемый остров не бери. Давай еще раз, ну простите, я не смог. Вот. Забыл следить за удочкой и что-то тянул-тянул. Думал, что это что-то, ну, такое, что можно вытащить без красной удочки. И в итоге, короче, сами видели, что получилось. Тянем, тянем, тянем. Так, ну давай, котейка, помогай, рыбу тебе вытаскиваю, не видишь? Морской язык. Но мне не он нужен, мне другой нужен. А почему, кстати, интересно, готовый морской язык продать можно? А может быть, съездить к еноту? Вдруг енот дороже покупает? Надо будет, кстати, вот эту тему проверить реально. Мы же не знаем, вдруг реально енот дороже покупает. Если енот покупает дороже, так ему же можно просто рыбу багрить втридорога. Как он мне ключ продал втридорога, так я ему и рыбу продам втридорога. Так сказать, бизнес по-русски. Ха-ха. Ты мне, я тебе. Друг друга немножечко обманем. Выйдем в ноль. Так, вытягиваем. Давай, нерка, мне нужна нерка. Морской язык. Харе тут меня языками кормить. Давай нерку мне. Мне нужна рыбка другая. Хочется выполнить уже достижение-то. И здесь смотри, кстати, как ловится хорошо. Или может быть уже так везде? Так, тянем, потянем. Да вытянуть не можем. Позвали мы кошку, позвали мы мышку. А! Тьфу ты. Да понял я, понял. Передержал немножко. Жадность в рай разгубила. Давай, ловись. Да харе, харе. А, я уж думал, это там подсказка про красную удочку. А это про темноту подсказка. Хорошо. Что там такое ловится? Чуть потянешь, сразу красная. Ну ты посмотри, я ее вытянуть не могу. Давай, это по-любасу нерка. Давай. Да? Треска. Ай, треска, треска. Ну давай. Ну это что-то такое прям. Да. Совсем простое. Как говорится, удочки-то новые.
А кореги по-прежнему цепляем. Кореги, видимо, жмаков. Так, давай, смотрим. А, ну это тоже что-то простое. Средняя бутылка с бликами. Ой, как вовремя. Ну-ка, давай-ка. 250 бликов, вообще просто на халяву. А можно так вот по КД делать, пожалуйста? Мне нравится. Давай, одну рыбку осталось, одну одинешеньку. Давай, нерку. Ну, не поймал я нерку, понимаешь? Опять что-то такое, на халяву. А, нет, слушай, не-не-не, вон краснеет. Кальмар. А что-то его прям легче было в этот раз ловить. В прошлые разы было тяжелее. Ладно. Как будто бы я обучаюсь ловить рыбу, и в какой-то момент перестанет удочка краснеть. Вот такое ощущение. Так, селедка. Ну, в общем, мы сейчас наловим, видимо, рыбы на всю жизнь. Потом ее продавать будем. Нерку-то поймаем? Ну, все уже готово для того, чтобы ловить нерку. Давай. Там наверняка какая-нибудь просто вероятность на каждую рыбку есть. И на нерку, наверное, маленькая вероятность. Речные креветки. А что-то я сейчас очень долго зажимал Е, а удочка не краснела. Тут каждая рыбка по-своему ловится, что ли? Это необычно. Сейчас похоже на треску. Потому что чуть потянешь, сразу красная. На треску похоже. Сейчас раз и нерка. Нет, треска, я понял. Тут, короче, для каждой штучки своя механика ловли. Для каждой рыбки. Ну давай нерку-то поймаем. Что-то халявное. Пустая бутылка. Так, подожди. Котик у нас уснул. Потому что ночь уже, я всю рыбу ловлю. Ой, встал сразу, котик. Давай, ловим. Так, не перетягиваем. Морской язык. Да ты шутишь или что? Ну дай ты мне поймать рыбу нужную. Одну. Одну единственную. Ну, что-то халявное явно. Да. О, такого мы не видели. Ценное ожерелье! Опаньки! Вот тебе еще 700. О-о-о! Так мы сейчас апнем корабль, получается. Даже следующей серии ждать не надо. Как выгодно ловить просто что-либо. Ну, реально. Мы, конечно же, будем двигаться и по сюжету, и будем на всякие острова заплывать ради ресурсов. Но просто ловишь и получаешь кучу всего полезного, ведь на самом-то деле. Так, ждем. Ваза! Сколько мы тут сейчас налутаем бликов? Реально сейчас корабль апнем. Время у нас, правда, серия подходит к концу. Ну что поделать, сейчас уж доловим, апнем уж корабль-то, а дальше будем думать. Давай, нерку, 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 нерку. Одну рыбешку мне нужно, одну. Тьфу ты, передержал. Давай. Ловим еще раз, нерку. Давай. Нет, это что-то халява, а нет, слушай, нет, краснеет, краснеет удочка. Похоже на креветки. Хотя нет, креветки проще ловить. На кальмара, ага. Ясненько. Не сильно промахнулся, так сказать. А это, видимо, снова треска, да? Кальмар? Непонятно. Ну давай, короче. Ну я не знаю, но если совсем ловиться не будет, ну мы, конечно, не будем тут до талого сидеть. Ну давай еще попробуем разочек-два. Разочек или два.
Просто у меня пару раз срывалось. Возможно, это вот как раз те самые разы, когда была нерка. Но вот сейчас что-то прям очень туго идет. Это, видимо, треска. Ну или я не знаю. Ну, на треску похоже. Чуть потянешь, сразу красное. Давай, чинись. Треска. Ладно, короче, не ловится что-то эта нерка. Давай продадим все самые ценные вещички наши. Продать получается. Вот, 645, 8, 350. А я думал, он 700 стоит. И 400. В итоге у нас 300. Я точно не насобирал? Ну вот нет нерки. Нет, давай попробуем. Давай попробуем нерку. Потому что если нерку ловим, короче, сразу плюс 1000 бликов. А 1000 бликов это сразу плюс... как зовут, забыл. Так, давай всех разбудим, потому что время утра. А ты меня знаешь, я всегда готов перекусить. Хочется чего-нибудь соленого, с маслицем, попкорна. С ярким вкусом, эх. Знаешь, что было бы идеально? Целое ведро попкорна. Сходи-ка поджарь мне кукурузы. А знаешь, что идеально в том, что... Тебе нужен попкорн. Я его уже приготовил. Что-то я этим не наелся. Зато сразу по своим детям соскучился. Мы смотрели вместе фильмы по вечерам. И я всегда готовил целое ведро попкорна. Даже со звуком на максимуме трудно было расслышать актеров. Такой хруст стоял. Только так можно было успокоить моих маленьких монстров. Столько дурацких детских фильмов пересмотрел. Как же я хотел бы вернуться туда, чтобы услышать их смех, чтобы они заснули прямо на мне под конец фильма. Спасибо тебе за этот попкорн. Я тут заглянул к тебе на кухню, кухня как кухня, ничего особенного. Вспомнилась моя первая кухня в моей ужасной квартирке. Даже не знаю, что я там творил, я так неосторожно обращался со специями, все время не досаливал. В общем, хочу тебе показать одну штуку, чтобы тут было поуютней. Не волнуйся, это не полка со специями. Тебе придется поработать, но это того стоит. Ты можешь улучшить свою кухню, расширив место для духовки. И кухня будет выглядеть достойно. Улучшение для кухни доступно. А он побежал куда-то прыгать. Так, давай с тобой. А как насчет перекуса, Стелла? Я что-то проголодалась. Так, все хотят есть. На-ка тебе овощи на гриле. Вот спасибо, я и впрямь проголодалась. Так, давай чаще пообнимаем там. Полные... Счастье, штаны. Это так мило. Молодец. Так. Тебя забыл обнять, кстати говоря. Так. Все. Ты счастлив, правильно? А ты там где? Доброе утро. Покормить тебя надо, да? Рыбой. Спасибо, мне понравилось. Так, подожди. Обнять. Доза обнимашек. Так, поговорить. Нам нужно... Ой, господи. Перепутал персонажа. Нам нужно отправиться на виллу Маджоре. Так, я понял, ты нас зовешь на квест. Этот квест уже останется точно на следующую серию. Че я хотел сделать, я уже забыл. А, рыбу поймать, нерку. Нам нужна одна нерка. Одна, понимаете? Одну рыбку ловим. И выполняем квест. И можно апгрейдить корабль. Давай. Давай, давай, давай. Как же в этой игре быстро летит время? Потому что она такая... О, это нерка. Сейчас главное, чтобы не сорвалась, похоже. Утягивает, видите, как быстро? Такого мы еще не видали. Ну вот, видимо, и квест выполнили. Креветки! Тьфу ты. Я думал, это нерка. Так вот, в этой игре так время быстро летит. Раз. И серия подошла к концу. Я даже не заметил, друзья.
Насколько же здесь все атмосферно. Да хорни меня креветками кормить. Давай еще пару попыток, и если уж нет, то, как говорится, на нет и сюда нет. Давай, одну нерку нужно, одну. Выполняем квест и едем апгрейдить корабль. Ну или не выполняем квест и не едем апгрейдить корабль. Но это треска, судя по всему. А может быть нет. Может быть я ошибаюсь. Ой. Давай, 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 давай. Последний раз. Последний раз я пытаюсь. Давай. Одну нерку. А что если по-другому делать? А что если вот так вот? А, нет, она все равно краснеет. Ну, я думаю, может по чуть-чуть тянуть. В общем, смысла в этом ноль. Это креветка, походу. Нет, это морской язык. Ладно, друзья, попытался я выполнить квест. Ну, давай, конечно, проверим, что у меня точно ее нет. Ну, никак. Не поймали мы нерку, к сожалению. Может быть, она где-то в другом месте ловится. Продать что-нибудь можем? Да мы уже все продали. А сколько мне нужно? 900? Ну, на 900 тут не напродаешь, будем откровенны. Хотя... 6 по 70, 5 по 5. Слушай. Я просто их все равно же наловлю на халяву. Ну и не нужна мне твоя нерка. Пошли к Альберту. Никаких тут концовок не будет быстрых. Ну-ка, Альберт. Сюда плывем. Вот и все. Вот и насобирали 4000 на апгрейд. Так, ты тут давай, короче, оставайся. А нам немножечко осталось. До Альберта доплыть, а дальше как бы все сделаем. Ты посмотри, как все в итоге идеально вышло. Я же рыбу-то на халяву наловлю, ну. На крайний случай, может быть, помедитирую, так сказать. И вне записи просто буду сидеть ловить рыбу. Ну, прям вообще ничего кроме этого делать не буду. Но это маловероятно. Но вдруг, вдруг захочется так сделать. Кто знает. И тогда можно будет вообще... Реально, здесь столько мини-игр каких-то вот в самой игре, что можно просто даже сидеть, ничего не делать, по сюжету не двигаться и ловить рыбу. И таким образом будет польза. Мне, так сказать... Отдых, а для прохождения больше бликов насобираем. Так, давай улучшим корабль-то наш. Отважный ламантин. Большая лодка. Вот это наша лодочка. А, кстати, нам нужна еще одна кленовая доска. Подожди, а сколько у меня? А у меня, наверное, нет, да? Подожди, в смысле у меня 23 тысячи бликов? Не понял. А что это такое? Улучшение 23 бликов. 23. Это что такое? 23 тысячи у меня их? Вы сейчас серьезно? Я один не понимаю, что, да? Что значит 23 тысячи? Ладно, давай спускаемся, короче. Что-то я не понял. Это какой-то магический баг? Или что это? Почему у меня 23 тысячи бликов? А? Подожди ты с нитками. Поясните за блики. Я не понял. Ну пошли сделаем еще тогда деревяшку и купим... Где у меня тут? А вот же ж. Пошли сделаем деревяшку одну хотя бы. Все, вот, кленовые деревья. Пошли почтовый ящик купим. Я не понял, почему у меня 23 тысячи бликов, но бликов нет. Это как это вообще?
Я правильно все понимаю? Или это что-то тут это... Игра какие-то тут магические твисты проворачивает? Ну-ка, Альберт, колись давай. Нет, у меня нет бликов. То есть это 23,000? То есть у меня 23, что ли, блика? Ладно, видимо, я спутался. Ну, остальное мы уже, друзья, видимо, узнаем в следующей серии, да? Давай посмотрим, насколько у нас большой корабль теперь стал хотя бы. А давай со стола глянем. Мы сейчас уже говорить ни с кем не будем, просто глянем реально, насколько он у нас большой. Ну все, здесь, короче, мы разгуляемся, но это мы все будем делать в следующей серии, дорогие мои друзья. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, на группу ВК, сообщество Battle.net, сервер Discord. Удачи вам в играх и не только. Ждите новых прохождений. Всем пока-пока.